каждого из нас есть свой семейный фотоальбом. У кого-то большой, в кожаном переплете, с картонными страницами для вклеивания фотографий. А кто-то из вас, быть может, хранит все свои фото по-современному. В телефоне или на компьютере. Все мы знаем, что листать и рассматривать семейные фотографии, а особенно фотографии Алены Делоне, нравится всем подписчикам нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать, поскольку YouTube приготовил для вас праздничную новинку. И говорят, что теперь кнопки подписаться и кнопки лайков приятно подмигивают вам, а когда вы нажмете на них, то будет маленький салютик. Так вот, проверьте, правильно ли я говорю, и напишите об этом в своих комментариях. А сейчас усаживайтесь поудобнее, и мы не только покажем вам семейный альбом Делоне, но еще и расскажем все подробности, кто, где, когда и с кем на всех этих фоточках. Конечно же, первым по старшинству в нашем рассказе будет Антони Делон, первенец и первый сын Алены Делона, родившийся в Америке, в столице кино Голливуде, и, может быть, от этого перенявший все свои киношные таланты. В своих видеовыпусках мы уже не только рассказывали вам, как, с кем и где это произошло, и как стать мадам Делон. Все подробности обязательно узнайте вот из этого выпуска. Но также мы уже познакомили вас с Антони, когда он уже стал чуточку старше. И все подробности вы можете узнать вот из этого видеоролика. Ссылки на них специально будут в описании. А теперь время настало показать вам самые редкие фото Антони, особенно те, которые никто из вас еще не видел прежде. Это моя жена Натали Делон. Она подарила мне сына Энтони. Смотри, это мой сын, а вот это чья рука? Его отца, то есть моя. У тебя есть дети? Нет. Значит, ты еще не знаешь, что такое счастье. Любопытно, что своего сына и всех последующих своих детей он называл на букву А, согласно своему собственному имени Ален, основав тем самым негласную традицию, которая известна только лишь посвященным. Это первое фото по возвращению из Голливуда в Париж. Рожденный настоящим американцем Антони еще не верит своему республиканскому счастью. 72-й год. Знаменитая прогулка с отцом по самым знаменитым улицам Парижа, Елисейским полям и авеню Монтень, где расположены самые дорогие и самые модные магазины на свете. Антони на премьере фильма своего отца «За шкуру полицейского» 1981 год. Здесь ему 17. Тут Антони в рок-н-ролльной атрибутике, ведь отец только что купил ему настоящий мотоцикл к 18-летию. 19 лет. 83-й год. Первый юбилей. 20 лет Антони. Антони вместе с отцом часто участвует в различных телевизионных шоу. Вот здесь они вместе слушают ту колыбельную,
которую пел Ален своему сыну еще во младенчестве. И любопытно, что они вместе прослезились под эту трогательную мелодию. C'est une chanson qui bouleverse Alain, mais elle me bouleverse aussi. C'est la chanson préférée d'Alain Delon. Эту песню Даниэля Гюшара во Франции называют самой любимой песней Делона. Он напевал ее в качестве колыбельной своему сыну Энтони в детстве. И сейчас, когда они снова услышали эту мелодию, оба Делона уже не смогли сдержать слез. Merci Daniel. Merci Daniel Guichard d'avoir eu l'heureuse idée, cher Daniel Guichard, d'avoir enregistré en 74. Первая седина в бороду. Антони потихоньку приближается к полусотне. Я никогда не проигрываю. Вообще никогда. Я везде читаю, слышу здесь и там, что трудно быть моим сыном. Ну да, могу сказать, что быть Аленом Делоном тоже тяжело, но я не жалуюсь. А быть сыном Алена Делона, думаю, не самое плохое в жизни. С сыном Делон стал сближаться лишь недавно, когда у Энтони появились дети. До этого они враждовали по каждому поводу. То актеру приходилось вытаскивать его из тюрьмы, когда вместе с сыном Бельмондо их остановила полиция и обнаружила наркотики. То Энтони начал свой бизнес, не спрашивая его одобрения, и юристы Алена разорили его сына, придравшись, что якобы он использует раскрученный бренд отца. Только с Мирей Дарк Энтони находил общий язык. Да. Роскошный юбилей. 50-летие Антони. Весь клан Делонов в сборе на торжественном приеме в парижском отеле «Мандарин». Справа от Делона Натали Делон. И Антони был просто счастлив вновь увидеть маму и папу вместе. 52 года. Возраст Казановы. Антони на выставке собственных фотографий. 2019 год. 55 лет. Антони в куртке собственного бренда «Антони Делон 85», из-за которого журналисты придумали склоку между ним и отцом. Однако все было улажено тихо и по-семейному, и совсем не адвокатами, а дизайнерами, придумавшими для Антони новое лого для его бренда, не так схожее с А.Д. Ален Делон, которое у Антони Делона тоже А.Д. существовало прежде. Антони со своим младшим братом Аленом Фабьеном. О нем мы тоже расскажем подробно в отдельном видеовыпуске. Напишите в комментариях, заметна ли между ними разница в 30 лет. Антони со своей бывшей женой Софи Клерико, матерью двух его дочерей Лив и Лу Делон. А старшей дочери Антони, Элисон, вы уже знаете почти все. К нам на канал поступает много писем с просьбой рассказать два слова о внучке Алена Делона, ведь о ней так мало информации. С удовольствием выполняем просьбу наших подписчиков. Знакомьтесь, Элисон Лейборж. Она дочка Энтони, старшего сына Делона. Девочка родилась вне брака, и ее мама Мэриэлен Лейборж никогда не шантажировала ребенков Делоном. Девочка лишь в 11 лет впервые встретилась с папой и с дедушкой. И с той поры они неразлучны. Элисон снимается в кино и рекламе, носит вещи от Живанши и всего в жизни добилась сама, в отличие от Ари,
всегда скулившего всем, что он якобы сын Делона. Антони со своей младшей сестрой Аннушкой Делон. Заметна ли между ними 26-летняя разница? Совсем недавно Аннушка Делон отметила свой 33-й день рождения. А знаете ли вы, что 25 ноября Аннушка Делон отметила свой 33-й день рождения? С чем она встретила эту дату? Помимо того, что она самая любимая дочка самого известного папы на свете, Аннушка еще и любимая жена и самая любимая мама внука Алена Делона, который приготовил для своей мамы вот этот вкусный тортик. Не пропустите наш спецвыпуск, посвященный всем детям Делона. Подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами. Здесь Антони со своей нынешней подругой, итальянкой Свевой Альвитти, которая младше его на 20 лет. Любопытно, что до Свевы, или даже параллельно с ней, у Антони был бурный скандальный роман с русской любовницей, блондинкой с Урала, которую тот отбил у своего отца и даже якобы собирался на ней жениться, да вовремя одумался и передумал. Вскоре расскажем все подробности этой брачной аферы русской прохвостки. Входи. Меня зовут Анна Круглова. Я топ-модель и живу в Париже. Эта блондинка сперва была в отношениях с Делоном старше. И это без шуток. Но потом сын отбил русскую любовницу у своего отца. У них давняя связь. У тебя сколько мужчин было? 12. Ну, то есть с отношениями. У меня 20. Дрянь. Наглая дрянь. А мой идиот сын собирается на ней жениться. Я не только не допущу этой свадьбы, я просто уничтожу эту сучку. Она тупая северянка и лгунья. Парень вроде тебя нужен ей, чтобы прикрыть свое дерьмовое происхождение. Вот черт. В общем, в плане Делонов опять война. Черт. И скоро узнаете все подробности. Сегодня Антони занят тем, что заканчивает съемки своего фильма, посвященного его маме Натали Делон. Совсем недавно он специально прилетал с Корсики, чтобы поздравить с 88-летием своего отца.